Два российских судна столкнулись в Керченском проливе. Происшествие произошло ночью. На борту сухогруза «Андор» находилось более 3000 тонн пшеницы. Он шел с малой скоростью и столкнулся с черноморским судном «Хорс». После столкновения «Андор» встал на якорь, а «Сейнер» поплыл в Керчь, сообщают в пресс-службе Росморречфлота. Пострадавших нет, угроза загрязнения окружающей среды отсутствует. Причины происшествия сейчас выясняются.